В результате массового ДТП при Шахтинске скончалась 68-летняя женщина, и еще 6 человек доставлены в больницу. Авария произошла примерно в час дня. Накануне столкнулись автомашины «Джак» и «Киа». По информации полиции, 68-летняя пассажирка «Джак» скончалась на месте. 6 человек, оба водителя, трое детей и взрослый, были направлены в медицинские учреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Департамент полиции Карагандинской области просит водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасность дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Избегайте резких маневров, ускорения или торможения, которые могут привести к потере управления. По информации Управления здравоохранения, трое детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. У одного взрослого пациента состояние средней степени, двое в состоянии средней степени тяжести. Чуть позже к медикам обратился седьмой участник ДТП, но был отпущен на амбулаторное лечение.